Здравствуйте, я Василий Уткин. Мы приветствуем вас в игре от компании A-Sports FIFA 2007 с моим старым боевым товарищем Василием Соловьевым. Василий Уткин и Василий Соловьев. И это не шутка. Кажется, игроки, как и я, ощущают всю важность того, что будет происходить сегодня на поле. Завоевание кубка, путь к кубку, огромная задача и огромное достижение. А самое интересное, мне кажется, что я даже знаю, что за команда выиграет этот кубок, но все карты сейчас раскрывать не буду. Судья показывает, ничего не было. Эмре. Какая скорость, какое мастерство! Фабригас. Красицкий. Мяч уверенно взят вратарем. Голкипер посылает мяч вперед. Мартинс. Мяч в воздухе. Ван Перси. Точный, прицельный пас. Хорошая игра. Команда рвется в штрафную. Даже не могу обвинить нападающего в нерасторопности, потому что вратарь сыграл выше всяческих похвал. Верный гол отвел от своей собственности. И с угла вратарской сейчас будет произведен удар от ворот. Жилберто. Фабригас. Рефери предоставляет команде право пробить штрафной удар. Конечно, замечательная позиция, но нужно еще вратаря обмануть. Нужен один... Да! Да! После первого тайма промежуточный итог, перевес в один мяч. Нужно работать дальше. Эта команда своего не упустит. Салано. Дав. Брамбл. Мяч убивается за пределы поля, но атака будет продолжена. Дав. Неплохой пас верхом. Майк Лоуэн с мячом. Как красиво подхвачен мяч. Мяч летит слишком высоко и слишком мимо ворот. Будем считать это проверкой нервов вратаря. Отличная игра головой. Эшли Коул. Пас, хорошо. Хорошая серия передач. Хорошо. Он получает мяч. Мартинс. Атака закончилась неудачно. Фабригас. Искусный пас. Эшли Коул. Хорошая работа с мячом. Очень техничная игра головой. Хорошо играет. Угловой удар. Очень напряженный момент. Идет подача. Прекрасная игра головой. Мартинс. Решительная игра в зоне. Красицкий. Юнберг. Неплохо. Эшли Коул. Угроза воротам. Жилберто. Юнберг. Нет, терять мяч в такой опасной близости от ворот непростительно. Мартинс. Выход один на один. Не смог удержать мяч. Фабригас. Мяч он не удержал. Эшли Коул. Жилберто.
Юнберг. Защитники буквально теряются среди игроков нападения. Мяч у защитника. Ван Перси. Анри. Даф. Оуэн получает мяч. Хороший удар, может быть немного неточный, но попытка все равно прекрасная. Очень-очень неплохо. Ван Перси. Юнберг. Кажется, они решили взять ворота числом. Точно в ноги. Мяч как будто прилип к ногам. Фантастический дриблинг. Эмре. Мяч в руках голкипера. Атака с такой позиции просто обязана заканчиваться голом. Но тут голкипер блеснул мастерством. Вратарь выбивает мяч. Дальний удар. Удастся ли поразить цель? Штанга. И арбитр показывает угловой. Замечательно сыграл. Бьет на удачу. И судья назначает еще один угловой. С этой подачей защита расправилась как повар с картошкой. Брамбл. Анри. Очень организованная оборона. Настоящая Катеначчо. Даф. Какой шанс, мужик! Но теперь коснулся мяча и спас ворота. Паркер. Нарушили правила, сейчас вам штрафную пробьют. Точно играет футболист головой. Нет, ну это слишком далеко. Как вратаря не обыграешь. Ох, как все по-дурацки. Мне просто жаль этого парня. Даф. Кажется, на защиту ворот бросилась вся команда. Арбитр не усмотрел в этом эпизоде нарушение правил. А ведь это был реальный шанс. Мне кажется, штрафной. Хочу сюда не показывать. А зря. Я не понимаю, что происходит. Что с судьбой? Это здесь явный фол, толчок в спину. Ну как так, что защитник отделался штрафным? Как это в детской поговорке? Метился я в пятку, а попал-то в нос. А тут как раз в пятку попал. Классно пробито. Будь игрок чуть более точен, и мяч непременно был бы в сетке. Судья объявляет об окончании первого тайма 1-0. И вот начинается второй тайм этого матча. Слова тренеров до сих пор звенят в ушах игроков. Жилберто. Анри. Блокирован. Владеет длинным пасом этот защитник. Чумовой отбор. Фабригас. Нечего мячу штрафную делать. Выноси. Команда двигается к воротам. У команды появляется возможность пробить штрафную. Замечательный удар. Опасный. Мне нравится. Не позволили соперники сравнять счет. Мяч в воздухе. Великолепный удар головой. Жилберто. Эшли Коул. Фабригас. Ну же, давай! И выше ворот. А ведь казалось, мяч точно летит. Жилберто. Фабригас. Анри. Команда забивает гол.
матча все меньше и меньше времени. Жалости эта команда не знает. Они будут забивать голы, пока хватит сил. Следуют протесты, заявление, что был фол, но арбитр считает, что все чисто. Ну вот, стало полегче. Мартинс. Штрафной. Ну что теперь остается? С такой позиции только грамотно пробить. Вратарь отвел угрозу после выполнения игроком штрафного. Мяч уходит на угловой. Испытания для голкипера продолжаются. Какая смелая игра головой. Ужасающий гол. Кар. Мартинс. Пробрасывает мяч мимо защитника. Не смог он удержать мяч. Нападение бьется, как рыба об лед, и не может забить гол этому феноменальному вратарю. Мяч в игре. Жилберту. Ван Перси. Это почти гол. Толковый удар по воротам. Умеет приложиться к мячу. Но немного мимо сейчас. Оуэн. Дэмиен Дафф. Защита справляется со своей задачей. Сорено. Фабригас. Анри. Не удержал мяч. Надо все начинать сначала. Фабригас. Рефли развел руки в сторону, надо играть. Хороший пас вперед. Не даю бить. Эшли Коул. Красицкий. Вся команда принимает участие в обороне. Главное не прижиматься к воротам. Нарушение и штрафной. Молодец. Подкатывает выбор удачно и снова. Ну что будет? Длинный пас. Дав. Ван Перси. Прекрасный шанс забить гол. Берг. Прекрасно закрученный мяч. Кар. Туре. Юнберг. Фабригас. Прекрасная игра защиты. Мартинс. Подача. Жильберту. Фабригас. Хорошо. Мяч может оказаться в воротах. Липромах. Обстреливают ворота. Да так технично, близко, красота. Футболист бьет головой. Хороший удар. Он отдает точный пас. Мартинс. Ну, подавай. Попытка атаки. Мяч потерян. Жильберту. Ван Перси. Красицкий. Ну, ты же крайний. Подавай. Мяч перехвачен. Это неприятно, когда ебет еще в сузи. Честно.
и самонадеянно. Ван Перси. Это Оуэн. Вы посмотрите, как он играет. Нужно бить. Мартинс. Надо забивать. Защита действует прекрасно. Красивский. Продолжается атака. И удар. Я думал, мяч уже окажется в сетке, но увы. А в итоге неприятный сюрприз для болельщиков. Мне казалось, что все должно однозначно закончиться голом. Фабригас. Отличный пас вперед. Нападение теряет мяч в очень важный момент. Какой выверенный подкат. Четко в мяч попал. Оуэн. Давай же! Как легко отобрал мяч удача. Из такого множества продолжения выпачку ушел. Мяч потерян. Опасно. Вот и все. Игра закончена. Окончательный счет 2-0. И кажется мне, что гол в самом начале матча деморализовал команду. Так они и не смогли показать хорошую игру.